Лов летнего хищника на Дунае вместе с клубом «Рыболов Одесса». Доброе утро, дорогие рыбаки. Сегодня клуб «Рыболов Одесса» снова с вами. Мы опять на широких просторах дунайских плавней. И сегодня с Денисом проверим на прочность местную рыбешку хищника. Думаю, здесь будет и щука, и жерех, и красноперка, и окунь. Вот. Мы высадились на берег одного из островов. Сейчас потихонечку пойдем вглубь, посмотрим, как там оно все происходит. Продолжаем нашу рыбалку. Мы наконец-то нашли очень интересное местечко, где сейчас вместе с Денисом попробуем поймать хищника. Судя по всему, одна из первых рыб, которую мы будем видеть, это будет либо окунь, либо красноперка. Ловить мы будем на ультралайт, флюорокарбоновый поводок, как всем понятно, и небольшие вертушечки 0-2-0. Ну что ж, Денис, пожелаем вам ни хвоста, ни чешуи, и не посрамите шкнут. Если можно, ими пока в сторону, не сделать. Да, это трава была выбор. Не только не трава, это была уже поклевочка. Сейчас мы еще раз снимаем траву. Рыбалка с клубом «Рыболов Одесса» – это всегда присутствие рядом с новичками опытных инструкторов, которые быстро и, главное, доброжелательно помогут разобраться с любым, даже самым сложным водоемом. У опытных участников нашего клуба всегда будет достаточно времени и терпения для того, чтобы новичку рассказать как можно больше о новом водоеме. И, как правило, результаты не заставляют себя долго ждать. Каких-то 2-3 рыбалки в кругу опытных спиннингистов, и перед нами уже будущий чемпион. Каким бы ни было велико желание стать рыболовом, друзья, надо все-таки выезжать на рыбалку. Никакой телевизор, интернет не заменят вам живого общения с природой в кругу настоящих рыболовов. В принципе, как мы и планировали. Вот такие замечательные окушки попадаются здесь. Ну, рыбка первая, обязательно ее отпустим. И пожелаем ни хвоста, ни чешуи нашим участникам. Там вот еще один участник. Ну что, рыбачи с нами, эту рыбку мы обязательно отпускаем. Давай, красавица, позови дедушку. Сегодня находимся на дунайских плавнях. Ловим на ультралайт. Планирую споймать окушка для начала. А вот, по-моему, первая рыбка у Дениса. Что там тебе удалось, Денис? А, ну, как ты и говорил, это окунь. Ну что ж, поздравляю вас с почином. Спасибо. Я думаю, этого парня мы отпустим. Вот, и продолжим нашу рыбалку. Ни хвоста, ни чешуи. Поклевочка? Да. Оп. Да, отлично. Еще один матрос. Замечательный окунь. Ну что ж, вы молодец, делайте успехи. Отличная проводка. И, конечно же, окунь не оставит без внимания правильно подобранную снасть и, конечно же, блесенку. Ах, какой красавчик. А, как заглотнул. Да, смотрите, какой он жадный. Проглотил полностью всю приманку. Аккуратненько, чтобы не повредить. Я думаю, используем инструмент. Да, конечно, инструмент это важно. Хирургическая операция по извлечению тройничков.
микрофон и заглохнул. Ах, какая шикарная природа вокруг. Да, вот так вот мы проводим время с клубом рыболова Одесса. Красота, природа, прекрасная компания и, конечно же, трофеи. Слушайте, ну он прям заглотнул, все, аж невозможно выпить. Не хочется его сильно. Открой. Просто открой. Все. Выпускать. Они живучие. Ну что ж, вам не хвоста, не чешуи, мой друг. Чтобы были здоровы. Спиннинг вверх. Брось прямо. О, там, по-моему, хорошая поклевочка. Ну и что же там вам удалось, коллега? Спиннинг вверх и влево. Что там вас так мучает, расскажите мне. Там что, щука села? А, там красноперка села. О, это классный горбач. Да-да-да-да. Хорошенький не то слово, красавец. Ну-ка покажите нам. Да. Ну вот это уже рыба. Вот. Ну что ж. Уже шось. Рыбачьте с нами. Красавчик. Стой так и стой. Так и стоять? Да. В нашем сегодняшнем путешествии приняли участие Денис, Андрей, а также Михаил, которому сегодня досталось больше всех. Ну, можно назвать его сегодня нашим добрым Спилбергом. Прекрасные горбачи порадовали сегодняшних участников нашей экспедиции. Мы меняли приманки, изменяли проводки, обсуждали тактику и технику лова хищника в данных условиях. Это было очень интересно. И, конечно же, как всегда, дунайские плавни нас тоже порадовали отличным уловом. Прекрасные красноперки, горбачи, много поклевок щуки, сходов, кое-что даже удалось взять. Ну что ж вам, друзья, нам очень понравилось. Присоединяйтесь к нам, рыбачьте с нами. Клуб рыболов Одесса – это всегда отличная компания, прекрасное настроение и максимальный результат.